Всем привет, новый Кедр-дыр. Надеюсь, вам понравился наш новый проект с покупкой машины. Честное перекупство. Но сегодня у нас привычный выпуск с автомобилем от подписчика. И этот выпуск планировался уже где-то полгода. Вы, наверное, думаете, машина очень классная. Наверное, вы уже знаете, какая она. Она, с одной стороны, классная, но, с другой стороны, не прям эксклюзивная. Просто человек к нам едет из-за границы, не к нам, а вообще через нашу страну просто. Ну, это наш давний подписчик, и он предложил, собственно, встретиться и посмотреть на его автомобиль. Интересно то, что такой у нас сейчас не продается. У нас туманчик прямо вон какой. Даже передали какое-то опасное положение в связи с этим туманом, потому что слабая видимость, но нам это не помешает. Я уже вижу машинку. Необычная. Вон какая. Но никого из наших пока что нет. Все собрались. Александр, знакомьтесь. Доколе. Доколе мы будем снимать тачки выше 10 тысяч. Люди просят тачки до десятки. А я тебе Вы скажу. Назвали рубрику тачки до... Нет, где? Это не... А у нас есть рубрика тачки до десятки, а но... А это тачки до шестидесятки. Наш смарт... Тут у тебя смарт... компенсирует все на много-много выпусков вперед. Кстати, да. Так что, пожалуйста, нам надо иногда компенсировать какими-то сундучками, надо поршиками. Отдыхать, чтобы ручки отдыхали, потому что посмотрите, это, смотри, это синяки от смарта. Не жалуйся. В смысле, три синяка. Эта машина не до десятки, я правильно понял? До шестидесятки. Дорого, 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 дорого. Ну тебе понравится, я тебе скажу, тебе понравится. Мне уже нравится. Да. Я хотел бы познакомить вас с сегодняшним гостем. Это Саша. Как ни Привет. Странно, у нас еще один Саша. Привет, ты с целой семьей приехал? Да, с большой семьей. Вот, семья пошла гулять по нашей туманной набережной к морям туда. А это твоя машинка, это Kia Carnival 2021 года выпуска, это четвертое поколение, правильно? Да, самое свежее поколение. Это, по сути, морда Sorento, ну, вернее, по техничке, все остальное, это Carnival. А сразу возникает вопрос, я просто видел семью, и она состоит не из 8 человек, а из 3. Зачем такая большая машина? Разные представления о комфорте. Слушай, тачка очень редкая. У нас на авторе о том же всего лишь одна моделька такая стоит. О ней никто ничего, по крайней мере, у нас не знает. И как ты вообще пришел к этому автомобилю? Очень интересный я выбор. И нестандартный. Я приходил к третьему карнивалу. Я хотел сказать его и скорее. Да, прям, ну, уже собирался, нашел, где буду заказывать до пандемии. Спила пандемия, и как бы необходимость в машине отпала. Потому что границы закрыты, ехать некуда. Вот. И пока как бы все это шло и идет, вышло четвертое поколение. Да и, соответственно, я посмотрел по ценам. Ну, да, дороже, но все-таки фишек здесь, всяких плюшек больше, поэтому решили брать сразу четвертую, чтобы потом не жалеть. А у тебя не было боязни именно нового двигателя? Потому что о третьем карнивале... У всех есть. Пока оно у всех есть, статистики да. мало. Они стоят еще на Санта-Фе и на Соррентах. Вот. Но, с другой стороны, пока и нету негатива в сети. Я думаю, что если были какие-то супер жесткие косяки, наверное, уже повылезали бы. Пока ни у кого не вылезло. Ну, чтобы вы понимали просто, если у третьего карнивала был практически тот же самый 2.2 дизель, и все думают, что здесь такой же 2.2 дизель, но он очень отличается. Несмотря на то, что это вроде схожий алюминиевый блок, чугунные гильзы. Но тут, во-первых, вместо цепочек появились ремни, также пьезофорсунки заменили электрофорсунками. Какой-либо статистики, сколько это проходит, нет. Сама Kia говорит о запасе прочности где-то 250 тысяч километров. Как и в прошлом поколении. Как и в прошлом поколении. Но, говорю, это совершенно обновленный двигатель, который некоторые элементы все-таки используют от старого двигателя, но какой-либо статистики нет. Поэтому сколько оно проездит, непонятно. В Корее они год уже эксплуатируются, но там большие пробеги в Корее. Вот. Ну, пока тоже статистики поломок каких-то особо нету. Но в прошлом же поколении, несмотря на цепной привод, там были пневмо какие-то натяжители или что-то такое. Да. И вот они приходили в негодность, если ее обслуживать по регламенту. Да, там нужно было от давления масла, получается, эти натяжители и работали. То есть там нужно было срезать сервисный интервал в половину, и тогда этот двигатель ходил и ходил. Тут, я думаю, то же самое ты спокойно делаешь и будешь ездить. И главное, что в отличие от многих современных автомобилей, где все-таки либо нам робот впаривают, либо вариант.
трансформатор, тут стоит обычный автомат. И это, конечно, радует. Да, 80 тут, какие-то трансформатор. И да, масло я меняю чаще, чем ТО. У меня сейчас пробег почти 15 тысяч, я поменял его уже трижды. Ты мне скажи, ну это на самом деле круто. Мы все так здесь, мы все свидетели секты быстрой замены масла. Маслозамены, да. Но не масложора. Ты сейчас едешь длинное путешествие километров тысяч на 15, я думаю. Да, я хочу 15 уложиться, потому что мне нужно успеть вернуться и сделать второй ТО, чтобы с гарантией не слететь. Ну, я бы на самом деле где-то возле Лиссабона сделал договор. Ну, конечно. Я на самом деле купил собой фильтр на всякий случай. Я бы с официалами договорился, это даже интересно. Я сделал, я, в принципе, да, думал об этом. И коль мы сразу залетели по двигателю, рассказали вам немножечко, сразу посоветую, что несмотря на то, что есть статистика, нет статистика, на дизелях советуют, во-первых, менять фильтр, который стоит в баке, это грубые очистки, и более мелкие очистки, которые стоит под капотом, потому что как только у вас начинают забиваться эти фильтра, у вас может быть проблема с давлением из-за этого, и холостой ход будет моросить, и тачка не будет разгоняться, короче, просто за этим смотрите, и все будет хорошо. Кроме 2.2 дизеля, который на 199 лошадиных сил, есть еще 3.5 бензин V6, но он для американского рынка в основном предназначен. В прошлом поколении было 3.3, сейчас 3.5 и с крутящим 332 вроде. А здесь у нас на самом деле, что интересно, здесь двигатель мощнее, чем у мультивена. Нет, он на одну, по-моему, лошадиную силу менее мощный, но более литражный. Но прикол в том, что машина больше, чем мультивен. Кажется, что она как бы, ну, на самом деле, вот так смотришь, ну, типа машина, да и машина. Чёрт, она здесь шире, чем мультивен, понимаешь? 5 и тут 20 сантиметров. 5-20, чувак, ровно отмерил вообще. Она охренеть большая. И что хочется сказать, она дорогая, действительно. Она стоит порядка 60 тысяч. Ну, у нас стоит... Самая дорогая машина, которая у нас есть на канале. А Porsche ты не видел, у нас был Porsche на канале? Да, там чуть-чуть он дороже, в раз в 3-4, где-то так. Вот, но действительно, очень дорогая машина. И повторюсь, что у нас стоит такая на БУшке с пробегом 21 тысячу километров. Ее продают за 60 тысяч. И как бы... Да, я понимаю, совершенно новый автомобиль, все классно, но 60 тысяч нужно будет полазить по ней, посмотреть, за что же отдают такие деньги. Потому что первые ассоциации, которые у меня вызывались, когда я плюс-минус серчил информацию касательно четвертого поколения, с Volkswagen Xoma, который мы смотрели. Там тоже семейный автомобиль, там есть полный привод. Они относительно свежие, и мы прекрасно знаем, что те машины стоят в два раза дешевле. Там есть полный привод, но эта машина, это типа кроссвен, понял? Да, но... С передним приводом и полного привода нет. Кроссвен. Полного привода не бывает. Более того, кроссвен только из-за того, что у нее клиренс повыше, чем даже у Sorento в базе, насколько я понимаю. Здесь 182 мм. Но, опять же, да, полного привода нет. Я даже смотрел в каком-то тесте, был такой небольшой тестик. Если одно колесо буксует, то с ассистентами вот этими дополнительными машина сама не выйдет, даже из легкой такой западни. Но если ты отключаешь ассистенты все и даешь газу, то оно начинает прокручивать и второе, и тогда ты можешь выехать. То есть она реально по бездорожью, друзья, нет. Я думаю, что вся кроссовость как раз таки заключена в том, что вы можете куда-то подъехать возле Лиссабона к океанчику. И мы так делали на велосипедах, когда катались. Нас подписчик возил на Форде Мондео. И там есть места, когда надо вверх карабкаться, тебе будет интересно это попробовать. Там ты действительно проедешь. Но о каком-то влажном грунте я бы не задумался. На самом деле, вы должны понять, даже если бы тут был полный привод, мы должны понимать, что словить рампу на этой тачке очень легко, из-за того, что она капец какая длинная. И я совсем забыл касательно вот бензинового двигателя, то, что ты говорил. Да, он действительно есть для американского рынка, и многие могут подумать, блин, да здоровенный, обычный бензиновый двигатель, газ кину и поеду. Но тут похожая ситуация, как и у Семенова Volkswagen. Тут особо некуда поставить газовый баллон. Потому как что, это, вот сюда? Да, вместо докаточки вот такой на 20 литров, отлично. Либо вместо задних сидушек, тогда зачем такую брычку с собой вообще возить? Вообще, эта машина, это хороший конструктор, загадка для Сани, найти докатку. Саня, где докатка? Вот смотри, где она? Тут есть докатка, тут не ремкомплект, но где она в этом автомобиле? Можно я сначала скажу о том, что это самая красивая семейная машина, которую я видел? Без прикола. Это реально... Самая красивая. Не, ну она красивая, мне тоже она нравится. А еще, знаешь, пока ты подумай над докаткой. У нас же есть Сашкины удивительные истории. Время удивительных историй. Я придумал рубрику для себя в наших кедр-дырах.
найти машину, с которой у меня ничего не будет связано. Я же каждый раз говорю, эту я хотел, эту я смотрел. С этой что у тебя связано? С этой что связано? Короче, велосипеды связаны на самом деле. Есть друг у меня, он, кстати, до сих пор в Ижгороде живет, который, ну, для меня, типа, очень много значит, потому что мы с ним вместе первые шаги на велосипедах делали. Мы с ним прыгать начали. Эти мы велосипедные с ним... отношения между мужиками. Мы катались, и он в определенный момент... И докатались, в итоге мы семья. Это Анюточка. Короче, нет, в определенный момент он купил себе Kia Carnival второго поколения. И я помню его восторг, и я говорю, как тебе машина? Ну ты видел ее размеры. И вот она мне запомнилась этим самым. Хотя второе поколение было настолько, как по мне, спартанским. Это был вот тот переходной период Kia и Hyundai, когда они еще принимали решение, я умная или красивая. Они тогда, знаешь, копировали ранние Toyota, которые были архаичные в салоне полностью, но они были очень надежные. И действительно, второе поколение ездит до сих пор у многих, потому что это архинадежный и простой автомобиль. Но простой. Да. Вот этот даже в самой базе уже будет с оптикой диодной. То есть у него много есть фишек, которые даже в самой-самой базе. Скажи, у тебя какая комплектация? У меня премиум. Это предтоп. Отличается от топовой премиум плюс только тем, что у меня 8 мест. А премиум плюс, сзади два капитанских кресла. Ну, это большая разница. Ну, два капитанских кресла. И в капитанских креслах есть и подогрев, и вентиляция сидений. Это, кстати, к разнице о том... Это бизнесовая комплектация, потому что, ну, маленького ребенка в них не посадить, все равно в кресле она сидит, вот, в этом теряется весь прелесть. А откидываться на ходу, ну, это просто небезопасно, можно под ремень вылететь. Люди могут спросить, за что у Kia платить такие деньги, потому что, ну, действительно, можно же рассмотреть там тот же мультивэн или еще что-то. Они стоят, во-первых, дороже, а во-вторых, по опциям здесь больше всего. Однако есть конкуренты, которые к нам на рынок тоже не доехали. Там всякие Тойоточки есть, еще Хонды. Ну что, они приезжают в качестве биточков, как да, бы, они стоят да. в два раза дешевле. И это для нашего рынка интереснее. Объясню почему, потому что то приезжает в качестве биточков, а это вы можете заказать из Кореи. И у нас сегодня на рынке такая ситуация, что из Кореи вы можете заказать себе по очень интересным условиям не битый автомобиль. То есть это машина, которая где-то на фирме проработала, проехала там 1020 километров, вот как и говорит Рома, что сейчас там за 60 тысяч есть. И, скорее всего, это именно хороший автомобиль, без какой-либо плохой истории, не битый, не ушатанный, не ухаженный. То есть вы его получите, по сути, как новый, просто после какой-то фирмы. Саня, а ты уже знаешь, что лучше отойти в такой машине. Если она начала пищать... Подожди, а давай проверим, она у тебя отрубит голову? Можешь сюда голову положить, пожалуйста? Ну, положи, ну, Сань, ну, пожалуйста. Конечно, пожалуйста. Если надо проверить, отрубит ли голову, то можно сразу... Чувак, ну ты же знал, что оно мне просто ударит. В смысле? Оно остановилось, это безопасность. Садись сюда. Нет, я сделал это. Нет. Чувак. Нет. Ну, ты брат мне или не брат? Брат за брата. Давай. Давай вдвоем. Давай. Так, хорошо, я... Голову положите. Санька, ребята, я вас любил. Смотри. Хорош. Класс. Безопасненько. Безопасно. Давай. Запас. Докаточка. Да. Это не круглая. Здесь не подойдет. Возможно, поднимет? Может быть, поднимет. Я тоже думаю. Думаешь, может быть, поднимет. Просто это сюда, это сюда. Прикинь, какой тут чувак есть здоровенный. Посмотри. Брус, я уже настолько часто это все делаю, что я уже просто начинаю догадываться. Сань, раньше мы такие, а залезем ли в багажник? Да ты тут лечь можешь и жить. Посмотри, бухту, вот тут ковриков больше, чем у меня дома. Чувак, реально? Ты прям вниз хочешь добраться, да? Ну да, прям в самый. Давай, я тебе даже... А нет, больно, я не помогу тебе. Больно, реально. Тут очень больно. Ну здесь ее нет. Где же она? Она есть, Сань, мы не врем. Докатка! Куда его? Она не там? Подскажи, пожалуйста. Да не подсказывай. Можешь сбоку посмотреть. Тут тоже нет. Кстати, коль мы залезли сюда, тут есть интересные штучки. Не закрывай, смотри. Сашка, о, аккуратно. Заглядывай. Тут есть домкрат. Это очень интересная штука. Тут отдельная стоит печка и кондиционер для второго и третьего ряда сидений. А также, я такого практически нигде не видел, тут стоит отдельный фильтрующий элемент для как раз-таки вот задней печки. Офигеть. Саня? Блин. Ну давай. Теперь уже даже интересно. А ты думаешь, я просто так тебе это говорил? Ну давайте посмотрим. Ну давайте. Может, на втором ряду. Дверь открывается по-другому. Обычно же здесь. Покажи бумагу. Подожди, не трогай дверь, покажи магию.
Тесла только в бок. Блин. Да, ну давай здесь запаску посмотрим. Видит наша семейная машина. Путешественников. Здесь запаска. Тут еще книжечка. Сань, найди и покажи. Просто, Саня, найди и покажи, где. Где запаска? Запаска! Как у Нивы под капотом. Санька, я тебе подскажу, надо занять положение лежа. Я, мне кажется, вот здесь. Я просто смотрел, типа вот, здесь вот люк есть. И вот что-то вот такое, типа, нет? Это подвеска, блин, Сань. Нет, Сань. Это многорычажка. Это пол, на котором ты уже лежал. Все дойдем до клабика, потанцуем крабика. Короче, Саня, я ты тебе скажу. Вот, ну, ты же, давай, ныряй. Удар акулы. Ну ладно, ну что, здесь? Ну, блин, не гони. А, вот она! Вот она, Саня, вот она! Вот, я ж туда и смотрел. Блин, чувак, ты только что такой момент стратил. Я хотел ему сказать, что запаска спрятана в одном из колес, потому что это докатка. Ну, понимаешь, это было бы круто, а не то, что ты сделал. Ну ладно. Но проблема в том, что там действительно докаточка, и если ты пробил колесо и хочешь поменять, во-первых, тебе нужно будет это все засраться, оттуда ее как-то достать, но даже когда ты поменяешь колесо, тебе обычный литой твой диск просто некуда деть, и тебе придется его грязного пихать в салон. Корейцы все придумали. О, ну интересно. Специальный пакет для грязного колеса. Ну слушай, сколько, как часто ты меняешь колесо? А оно не занимает никакого в багажнике места. Ну это же офигенно. Ну, это, мне кажется, решение классное. Но, понимаешь, и пакет — это крутое решение. Пакет и ремень. Я сталкивался с такими решениями очень часто. И из-за того, что ты редко меняешь колесо, редко пробиваешь колесо, сами механизмы, ты же там спускаешь это колесо на тросики, они закисают, и потом запаску ты не можешь снять. Условно, через года 2-3 из-за наших солей, из-за наших дорог все это закисло, и тебе придется на сервис заезжать, срезать этот весь механизм, как батя делал на Ford Connect, и ставить новый механизм. Либо это все нужно смазывать и иногда разрабатывать эту телегу. Потому что, ну да, реагенты. Специальный колпак, который закрывает как раз. Но все равно вот тросик нужно, да, смазывать хотя бы силиконом, чтобы. Поэтому это мы приходим к какому выводу? Что единственное правильное расположение запаски. Про джим. О, Тойоты, чувак, вот там она защищена без пыли и грязи. Все отлично. Мне нравится, как это сделано. Нравится? Да, потому что она не занимает там места, и ты не так часто это делаешь. Если ты, вот ты сейчас рассказал об этом, да. Я теперь знаю, я бы это смазывал и все. Раз там, ну, в год. Полезная информация от Ромки. Спасибо. Давайте по внешке еще чуть-чуть. Смотри, это не рамный автомобиль, и он не битый, к сожалению. Слушай, он выглядит очень дорого. Ну, прямо стильно и дорого. Лучше, чем современный Sorento, как по мне. Вот это все выглядит ультрасовременно. Это все в новом стиле Kia. Вот сначала тебе даже это не бросается в глаза, что здесь не единый блок фар. Они просто максимально разнесены. И там ближний, дальний поворот у тебя или габариты, это отдельные просто блоки. Когда ты начинаешь присматриваться, детализация действительно поражает. Ты от корейцев такого не привык как бы видеть. Более того, я вам скажу страшное. Я боюсь, что я когда-то про китайцы такое скажу, но надеюсь, нет. Я относился предвзято к корейцам, потому что, ну, такое было, типа, отношение, что как любимую машину я бы не купил. Но я недавно задумался про Kia Mahav, который у нас тоже не продается, и он прям мне очень нравится по всем буквально фронтам. Поэтому я вам скажу, что как семейный минивэн, они не бывают дешевыми в премиум-сегменте. А вот на этом, ну, действительно, не стыдно и в аэропорт съездить за какой-то делегацией. Ну, открывай, Санька. Да ну, блин, ну все просто. Но! Да. Ну, почему? Но машина давай, за 60 кусков. Да, и что тебя смущает, Саня? Ну, что здесь очень мало. Конечно, да, да, здесь очень мало. Мало деталей. Ну, ты постой пока что так тогда. Вот эта штука смущает. Ну, да. С другой стороны, это семейный минивэн, и вряд ли типичный семьянин будет сюда часто залазить. Ну, типа, что тут делать, заливать разве что? Да нет, чувак, не надо вот это оправдывать. Это копеечное дело, а хотя бы вот эту штуку заправлять тебе придется где-то на дороге, и надо вот это париться, держать или подставлять. Ну, я как бы согласен. Вот это вас парит? Да, меня парит это. Ну, немножечко. Да, меня парит, и что? Да ну-ка, что здесь такого? Ну вот, взял ручками, поставил. О, вы уже совсем неженки разленились, блин. Ну, действительно, сюда заглянули, тут очень мало всего, потому что здесь подкапотка рассчитана под более габаритный бензиновый мотор. И тут дизелек немного теряется. Ну, блин, ты сюда не будешь так часто заглядывать, поэтому whatever. Как мы уже говорили, статистики по этому двигателю нет, поэтому держитесь. Гарантия вам поможет. Какой у тебя расход? Вчера я проехал почти 1000 километров, смешанный был такой цикл, там от 130 до 50, да, по городу.
Вот. Расход получился на приборке сейчас будет 7,1. Не гони. Это гибрид? Нет, это дизель. В смысле 7,1? 7,1 на 7,1. Вот это дура. Да. Берет 7,1? Ну, в таком вот смешанном. Да, это смешанный цикл, вчерашний поездки. А как такое бывает вообще? По трассе она еще... It's magic! It's magic. У нее бак 72 литра. Я, в принципе, 1000. Бак 72 литра? Да. Блин, вот это... Каждый раз ты что-то такое услышишь, что тебе делает больно, понимаешь? Сколько Дженни кушает на 100 километров? Ну, реально десятку. Реально вот так, чтобы в среднем десятку. И бак, знаешь, сколько? Сколько? 40 литров. Ну, это реально большой минус. Я говорил, что большой минус автомобиля, это когда тебе надо заправляться постоянно. Ты заезжаешь, ну сколько тебе километров хватает одного бака по вот дороге? Ну, в городской эксплуатации, конечно, все хуже. Постоянные пробки, я заправляюсь там, не знаю, там раз в 600, наверное. Это очень плохо, я согласен. Это ужас, я на твоем месте задумался про смену автомобиля. А такой смешанный по трассам, ну, не знаю, там 800-900 бака достаточно будет. Ну, это тоже не лучший результат. Если не спешить исключительно по правилам, ну, 1000, я думаю, можно спокойно проехать. Я заглянул, понюхал маслицо, оно, конечно, темноватое немножечко, но это дизель. Витя заволновался, но я ему объяснил, что это дизель, это нормально. Ну, у тебя такое же темное. Я дизель, это нормально. Мне нравится, что у тебя уровень растет, и ты уже не пробуешь, а уже нюхаешь. Ты уже настолько на самом деле, я нос испачкал только что в масле. Я чуть пенетрировал себе туда. ПЦР сделал. Чувак, это просто красотища-то какая. Роскоши и комфорта. А можно завести? Оно же, наверное, горит, как в кинотеатре. Опа, я начал подвигаться! Примерно одного роста нормально. Ну, нормально, вообще класс. На стоп и кнопку. И стоп, и кнопку. Вау, посмотри, какой экран, посмотри, как здесь, как в Windows'е. То есть для тебя это был комплимент автомобилю, как в Windows? Нет, это не комплимент, но это все манит реально глаз, вот эти все цвета. Ладно, давай, Сань, вот честно, сейчас никто не слышит, тебе нравится вот это? Я не могу понять, как оно удобно в эксплуатации. Нет, тебе нравится вот это вот? Вот это мне не нравится, потому что я как минимум за рулем ничего не вижу. Мне даже у Васи нравилось больше, как у него располагалось. Помнишь, как у него? Да. Ну, именно с точки зрения практичности, то есть там гораздо удобнее. То, что это сенсорный экран вот такой большой, наверное, это подкупает в плане, ну, как бы новая тачка, типа все такое. Короче, я скажу свое мнение. Во-первых, сенсорный не здесь сенсорный, вот здесь. Но, наверное, да, здесь сенсорный. Но мне не нравилось это в Туареге. Мне не нравится это в современных автомобилях. Потому что даже когда вы делаете вот так, типа объединено все, как в Туареге, ну, там меня раздражала щель. А здесь меня раздражает. Ну, посмотрите на эти рамки. Ну, серьезно, вот я как фанат смартфонов, всего вот этого утонченного, ну, вот это выглядит ублюдски. Я вам, простите, никто-то об этом не говорит. Все говорят, как современно, как красиво. Мне машина очень нравится. То есть она снаружи выглядит классно. Но здесь, ну, честно, если была возможность купить себе просто красивую цифровую приборочку и этот экран, но при этом в максимальной комплектации, я бы сделал так. Я знаю, что такие комплектации есть, и именно в базе идет просто экран мультимедийки и просто колодцы такие классические. Я бы взял ее. Ну вот корейцы, они учатся, но вот это ужасно. Черт, посмотри на этот черный цвет. То есть, когда вы хотите сделать что-то, типа, что переходит из черного в черный, ну, сделать уже OLED-панель, блин. Понятно, что в текущих условиях кризиса и дефицита всего, это тяжело. Но это стыд, когда у вас вот с черного переходит в серое, которое старается быть черным, понимаешь? Два таких прямоугольника. Вот это выглядит дешево. Я не знаю, это в любых бюджетных автомобилях. Я пересмотрел много тест-драйвов и реально все в восторге. Дело вкуса, конечно. Я не буду говорить, что кто-то прав, а я не прав. Или наоборот, я прав, а вы все не правы, кто снимал про эту машину. Но вот как по мне, все-таки не перешагнули еще корейцы через ту черту, когда можно сказать, вот все выдержано в одном стиле. Да, это уже не то чирата, где у тебя было от теплого к горячему, от холодного к мягкому в одном салоне. То есть там и карбон, и кожа, и дерево, и чего там только не напихали. Здесь как бы более-менее все логично. И сидеть здесь комфортно, и цвета здесь неплохие. Но вот это меня реально раздражает. Все, я закончил. Я тебе скажу, что мне нравится как решение,
что вот здесь вот она цельная. Но я понимаю, о чем ты говоришь, конечно. Я только сейчас начал замечать, когда ты начал говорить о черном, переливающемся здесь. Мне сразу это в глаз так не бросалось. Само решение, я тебе скажу, мне нравится. Ну, то есть вот такой экран еще здоровый. Если бы он был цельный, типа, и все сенсорное, было бы еще лучше. Но... Короче, ладно, на любителя. Я пойдем дальше по салону. Я скажу, что тут глянц, во-первых, которого я не люблю. И вообще дофигища. Вот это все, как видите, уже заляпанное. И оно и некрасивое, и заляпанное. И такое оно будет у вас постоянно. Что здесь на подлокотнике они влепили этот глянец. Зачем это делать, непонятно. Здесь его полно. И помимо того, что Саня сказал, как ублюдски оно выглядит, так оно еще и заляпанное, и в пыли. И выглядит в два раза хуже. И опять же, кнопки сенсорные. Я понимаю, да, что ты как бы можешь до них дотронуться в перчатках, но у меня они сенсорные. У тебя сенсорные? Сенсорные. А есть не сенсорный палец? У тебя в перчатках? Ну, поломанный. Может быть, он перестал работать сенсором. Да нет, на перчатках я имел в виду. Нет, руками, понятно, есть. Но у тебя нет вот этой отдачи. И тебе надо посмотреть, чтобы сюда попасть, понимаете? Ну, такое себе решение, вот эта сенсорность всеобъемлющая. Знаешь, что у меня... Вот сейчас я прям начал расстраиваться. Мне внешне эта машина очень понравилась. Но мы-то смотрели тачки гораздо дешевле семейного плана. То есть, и я возвращаюсь к Васиной тачке. Насколько она за те деньги была нафаршированная? И там была панорамная крыша, здесь которая... Здесь их две. Здесь две панорамные крыши. Здесь две... Там... Ну как, это два люка. Это два люка. Там у Васи была полноценная... Паранормальная крыша, я понял. Ну ты постарался. Паранормальная крыша цельная, которая полностью весь как бы открывалась. И это был реально вау-эффект. Ну то есть кто прется от них. Вася, к примеру, не прется от них. И... А мне нравится. Здесь же ее нет. За эти деньги... Ты горишь как огонь, я. Ну, я буду сравнивать, потому что я видел ту тачку, там, она же до десятки стоила у него. Да. Ну, слушай, та, когда была новая, стоила, как и эта. И мне кажется, сейчас мы пойдем на заднее сиденье. Я очень, мне интересно, как здесь с задними сидушками. Потому что там все элементарно снималось. Там ты мог перемещаться и даже кувыркаться по салону. Ты помнишь, как мы это все предело происходило. Поэтому пойдем назад, глянем, что там. Можно ли здесь сделать какой-то ровный пол из сидушек, как можно было сделать, условно, еще в Жиге? Знаешь, чтобы у тебя был ровный пол, ты разлегся на сидушечку и спокойно спишь. Но, насколько я понимаю, да, здесь можно... Попрется, вот. Здесь просто упирается все в пластик, и несмотря на здоровенные габариты, сделать ровный пол здесь только можно, когда ты выкинешь второй ряд, а третий ряд сложишь в багажник. В мультивене можно делать, здесь нельзя делать. Да, это вот... Скажи, такой вопрос. Здесь эти все сидушки снимаются, можно вынимать, расставлять по... И устраивать, да, ни разу не делал. Ни разу. Даже, Сань, напротив можно ставить, да. Как... Но, знаете, что я замечу? Что сейчас мы снимали недавно машину нашего товарища, и вот там я уже понял и прочувствовал, что значит круто в семейной машине, когда у него был проход. Помнишь? У Сёмы в... У тебя так нельзя сделать. Volkswagen. Он так будет. Может. Просто пока Аня маленькая, ей нравится смотреть вперед. Когда она подрастет, я кресло перенесу, соответственно, за собой, и среднее кресло просто уберу и оставлю. Вот, то есть уберу здесь можно куда? Сделать? Домой. А, на дачу. Нет, ну все-таки там изначально в комплекте, в базе нет, идет такой вариант. Нет, ты не понял. Там у тебя потому что 7 мест, здесь сейчас 8 мест. Ты, если там это кресло заберешь, кресло просто, да, ты сможешь то же самое сделать. Но ты среднее кресло еще можешь назад отодвинуть, и как бы здесь будет два кресла просто. Но здесь нет кидушек, нету столика, ничего. То есть в семейных тачках, даже в предыдущих версиях, у столик Васи... Есть. Но только вот в этом кресле, если, да, ты его наклонишь. Но здесь я согласен, что вот у Васи были экраны здесь. Экран. И для своего времени было круто. А вот у Тойоты, как она называется, это конкурирующая? Она А, по-моему, какая-то. Что-то там. Там, короче, есть экраны. Здесь нет. Чувак, эти экраны все равно ты можешь спокойно доставить, и они не становятся бесполезны, они быстро устаревают. То есть прикольно, что здесь есть. Доставить. У тебя тут есть зарядочка раз, зарядочка два для задних пассажиров, а большая розеточка на 200 ватт, ты сюда можешь, не знаю, ноутбук свой пристраивать и спокойно. Плюс еще одна, если покурить дети захотят, например. Лоточек здоровенный. Но я сразу хочу отметить такую движуху, то, что здесь маловато лоточка. В третьем поколении местами было их больше. Но все равно это не Renault Espace новый, где их вообще нет. И смотрите, USB еще есть для третьего ряда вон там. И, ну, вообще здесь третий ряд достаточно богато оснащенный. Шторки и обдувайка своя, и там свет, ну, ремни, понятное дело. А здесь вообще хорошо, я считаю. И вот это мне нравится решение.
Да, здесь, кстати, вы можете еще регулировать себе климат, контроль. Его можно заблокировать и регулировать чисто спереди, чтобы дети как бы этим не заморачивались. А здесь, посмотрите, какое замечательное решение. Два подстаканника и там такие же, и сюда ты телефон ставишь. Блин, ну вот это мне нравится, такая мелочь. Но как ее не хватает во многих автомобилях? Но согласись, что хотелось бы видеть какие-то, не знаю, лоточки под ковром и дополнительные какие-то секции, отсеки. Просто в семейном автомобиле хочется побольше всего, чтобы распихать. Так вот же, и вот. Вот, понимаешь, и человеку приходится действительно вот довольствоваться чем-то таким, докупать, чтобы просто распихать все свое. Ну, здесь места дофига, на самом деле. Выглядит оно очень... Не так, как у Семы в Атласе, но тем не менее. И здесь есть USB-зарядочки тоже для позадних пассажиров. И подстаканнички, еще какие-то ниши. Не, ну нормально, нормально. Путешествовать... Но здесь нет панорамной крыши. Только люки, это да. Это люки, которые съезжают. Глюки. Глюки. Что хочется сказать, что дизелек ощущается дизелем, и это приятно. Я обожаю дизель, он подрывает снизов, и ты прям чувствуешь, вроде 2,2, вроде для такой дуры больше 2 тонн, которая весит 200 сил, кажется не очень много, но крутящего хватает, чтобы вот именно ты чувствовал, что ты стартуешь с места. Но при этом дизель ты слышишь только, когда она стоит на месте. То есть на холостых ты слышишь, да, это дизелек. На трассе из-за низких оборотов и из-за очень хорошей шумоизоляции здесь можно интервью записывать. То есть мы там быстро особо не ездили сейчас, но вот даже сейчас 60 км в час, ты едешь просто как будто в стоячей машине, по сути. Ну, кстати, да, вот шумоизоляция, ты же, я не знаю, видел, не видел, твой любимый канал. Клубный сервис, да, я видел, да. Как они сделали. А наш пустая, там шумоизоляция как таковой ни в дверях, ни сзади нет. Но при только этом она ниче. Чувствуется, да, тихо, довольно-таки тихо. Слушай, вообще это такая вещь специфическая, шумоизоляция. То есть люди думают, что шумка должна быть по всему кузову, и только тогда машина будет чувствовать себя хорошо. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что еще по-разному завывание, завихрение воздуха. Аэродинамические шумы, да. И у Джимни того же, несмотря на то, что шумки нет вообще, она до 100 км в час. Ты можешь какие-то другие аналогии проводить? Не до станка, уже проведи какие-то. У Флюенса шумки мало, но при этом она достаточно тихая была. Я ее зашумил, но такого вот прям прироста эффекта такого сильного не случилось. Она была настолько тихая, что я ее зашумил, я понял. Мне за бесплатно предложили просто. Не нужно париться в обязательном порядке, вот вы увидели на каком-то канале, и точно, значит, я должен разобрать ее и обезшумить. Я вообще не парился бы, я здесь чувствую настолько хороший акустический комфорт, ощущаю, что вообще бы не парился. Сашка, давай драйв-мод тебе спорт включим. Чтобы вот за этим недоразумением, чувак, чуть ездить. Подвинем, смотри, у нас есть эко, нормал, спорт и смарт. А что такое смарт? Он выбирает между спортом, если ты давишь, и, не знаю, там, условно, эко, если ты не сильно давишь. Прикольно, я просто вот смарт режимов редко видел. А ну на спорт режиме что-то поменяется? Ну, слушай, она весьма весело себя чувствует, но мы еще проедемся. На этом стартуется второй передача. Понял? Второй. С пробуксовкой так. Да. Наоборот, медленно. Но наоборот, держит повыше. Но это странно, когда на дизеле оно держит около 3000 оборотов. Касательно мультимедийки, здесь можно полностью настроить и поменять, там даже заставочку какую-то свою поставить здесь. А тут поддерживается Apple CarPlay, всевозможные функции. И вы, безусловно, я думаю, видели, что на многих Kia сейчас можно включить звук воды, звук костра, звук еще чего-либо. Но в богатых версиях это выглядит более-менее. Да, меня рамки немного смущают, и вот этот вот переход, ну, выглядит так себе, но поверьте мне, просто нагуглите, как это выглядит в низших комплектациях, когда в эту панель, которая разработана для экранов, начинают вставлять обычную аналоговую приборку и обычную двухдиновую магнитолу. Тогда это выглядит максимально абсурдно. Я сказал, что я хотел бы цифровую, если бы можно было в топе купить цифровой, но я не видел просто, как она выглядит. Я знаю, что такие есть, поэтому, ну, чтобы не подумали, я просто хотел бы, чтобы вместо этого были колодцы. Но не факт, что они в базовой версии такие, как я хотел бы. Не надо, они очень смешно выглядят. Ну, мне вот это не нравится. Единственное, что мне не нравится в этой машине, вот то, что передо мной сейчас. Почему?
еще раз, это выглядит очень-очень плохо с точки зрения перфекциониста. Вот эти толстенные рамки, которые по площади, как эти два экрана. Кажется, такие два большие экрана, но на самом деле их не полезно. У тебя челка на макбуке, которая не делает ничего. Чувак, какой в сраку перфекционизм? Вот эти чок-переходы, закругления, которые... Ну, посмотри на эти градиенты. Оно хотело быть черным всю жизнь, но у него не получилось. А так как Jeep Renegade, который красят в цвет Jimny, он хотел родиться Jimny, но родился Ренегейдом, понимаешь? Ему не повезло. Господи, пока Сашка начинает все сравнивать с Jimny, давайте посмотрим, что здесь у нас по полезным лоточкам и местам. Во-первых, здесь есть три зарядочки, беспроводная зарядочка для телефона даже есть. Кнопочки у нас красивые. Бардачок здесь один. В прошлом поколении было два. Был он здесь, тут уже такого нет. И нижний бардачочек довольно-таки маленький. Сбоку, ну, как бы тоже места не особо. Снизу маленький лоточек и заглушка, по всей видимости, здесь должен быть прикуриватель или, возможно, в какой-то версии он есть. Да и все, как бы подлокотничек тоже довольно маленький. И вот то, что я говорил, немного грустно, что полезных лотков, которые действительно можно использовать, не так уж и много в автомобиле. Саш, я уверен, что ты, как всегда, один из тех, кто никогда не ездил на заднем ряду своего автомобиля. Как тебе? Очень, очень жаль, что у меня у супруги нет прав, поэтому вожу только я. Поэтому я не могу так поймать. Сашку бомбит, я ему включил живой лес. Представь, что ты едешь на Jimny, чувак, по полям, по грязючке. Никто тебя не мучает, никаких у тебя проектов нет. Все хорошо, ты свободен, ты спокоен. А вот ты горишь. Да не я горю. Ты как медведь в горящей машине. Уютный камин, ну какого? Это не эксклюзивно, но в других машинах такое есть, в минивэнах. Но здесь вот есть штука, ты включаешь, и когда я говорю, сзади из динамиков мой голос доносится. И сейчас я чувствую себя реально так, так себе чуть-чуть. Оно реально как-то странно. Но это для экскурсоводов. Но из полезного здесь еще есть так же, как и у многих таких автомобилей. А где же, где же? Да-да-да-да-да, я хочу вот... Лайв-камера была. Лайв. Вот. Ну, я запутался немножко. Ты слишком... О, смотри! Япона, мать! Я немного сзади проехался, ощущение весьма приятное, подсветочка такая боковая радует, но здесь есть всего лишь вот такой вот маленький подлокотник, и мне его не хватило, и на дальнике мне бы хотелось бы упора побольше. Кроме того, я же люблю щупать всякий пластик, тут он мягенький, но я заметил небольшой шум вот здесь, прислушайтесь. Панелька вот немного так и играет и издает такой противненький небольшой писк. Но ты все-таки понимаешь, что это именно такой минивенчик. И несмотря на то, что здесь материалы более-менее приятные, все равно вот такие вот мелочи здесь есть. Почему за 60 тысяч долларов я все равно должен делать вот такие вот поступательные движения? Я не понимаю. А что, тебе не нравится? Ну, чувак, мне не нравится то, что здесь нет джойстика, который настроен. Ну, понимаешь, я чувствую себя вот в нищебродском Kia опять. Понимаешь, я не могу настроить вот под себя. Мне надо так, ага, нет, не то. Ага, чуть передвину. А так бы я геймпэдиком там себе чуть-чуть туда-сюда, туда-сюда. Сюда и настроил бы все под себя удобно и не мучился бы вот с этим веслом. Но, слушай, вот эта вот шайбочка мне прям очень нравится. К ней прикасаться так прикольно, у нее отдача. И я потрогал вот эти кнопочки, они тоже приятные. Тут оно так, знаешь, плавненько, по-дорогому все щелкается. И предварительно внешнее убранство мне очень и очень тут нравится. Даже вот эта вот иллюминация, ну, блин, очень нарядно все выглядит. Ну вот ты сейчас по его стихии едешь, по бездорожью. Как тебе? Но он очень плавненький. Я не знаю, как на большой скорости эта плавность будет влиять на управление. Но он мягенький, как матрасик такой водяной. Ты просто... Тут ямки есть, неровности есть. Но я спокойненько так переплываю через все это. Ну, электроусилитель руля. Он какой-то пустоватый немножечко, как всегда. Мне не особо нравится. И у нас тут туман. Плавность ускорения радует. И вот сейчас мы едем 100 км в час по неровной дороге. И я могу сказать, что вот эта вот плавность хода совершенно не влияет на управляемость. Да, оно немножечко вот желейное, то есть, видишь, я рулем немного подруливаю, и он, ну, не сразу отвечает на мои действия рулем. Но при этом спокойно держу машину в колее, и меня не раздражают все эти ямочки, стыки и все остальное. Блин, мне нравится, как он едет.
И нету этого ощущения, понимаешь, иногда садишься в большой автомобиль, и тебе кажется, что, блин, ты за собой везешь целый вагон пустого места. Тут я только когда в зеркало посмотрел, так понимаю, ни хрена себе сколько. А так я сижу и вполне гражданский автомобиль. Проехавшись чуть побольше, я вот понимаю, что тут посадка такая капитанская, очень приятно себя чувствую за рулем. Но с семейным минивеном не вяжутся несколько мелочей. Во-первых, наличие спорт-режима на дизельном двигателе, плюс подрулевые лепестки. Да я ж с детьми буду вот так вот шарашить просто в отсечку. Нет, я не понимаю, зачем они здесь. И из таких мелочей, которые сразу не будут заметны, но как только ты начнешь ездить, как вот ребята, ты понимаешь, что вот глянцевый этот рояльный лак не совсем идеальное решение для семейного минивэна, особенно который будет использоваться для поездок. Просто посмотри, я насколько понимаю, люди даже протирают, смотрят за этим всем, но оно все вот в таком состоянии, оно будет всегда вот в таком состоянии, особенно когда у вас есть дети. Мне еще не очень нравится любая имитация в целом. И вот качество салона хорошее. Чувак, у тебя имитация автомобиля. Но здесь строчечка, друзья, она, ну, прям вот выштампована. Она не выглядит, мы видели Короче, имитацию строчки мы видели, но здесь она, если прям не вот так вот не вглядываться, она выглядит достойно, чувак. Я не скажу, что это прям дико, это не жесткий пластик. Есть выштамповка на жестком пластике, и там это абсурдно. Здесь мягкая какая-то прорезиненный материал натянутый, оно нормально. Если не всматриваться, это, конечно, хорошо. Но на айфоне есть макро-режим, и я уже подснял, как оно выглядит в макро. Но при всех достоинствах этого автомобиля нужно понимать, что он дорогой. Понятное дело, что он свежий, но он дорогой. И у меня из головы не выходит на мысль, почему не Атлас. Ну, извините, что я сравниваю, конечно, несравниваемые автомобили, но все-таки в Атласе также много места в салоне. Такой же продуманный сидушечки, спокойный проход назад, тоже есть печка для задних пассажиров, есть все эти фишки. Понятное дело, что здесь дизель, он экономичнее, но там есть полный привод. И он тебе дает больше возможностей куда-то выезжать со своей семьей. И при этом не теряя в объеме внутреннего убранства. Сказать по правде, я бы себе Атлас, конечно, взял. Потому что, ну да, за 60 тысяч он где-то, наверное, новый так и стоит, плюс-минус. Просто у нас не продается, но в отличном состоянии, типа из не сильно битого, можно найти что-то до 40 тысяч. Соответственно, если там не битый пригнать себе совсем, ну где-то так он и стоит на минимальных пробегах или даже новый. Мне нравится у него больше салон, ну он по фольксвагеновски больше продуман. Он более сдержанный, я так. И сдержанный, и даже там электронная приборка намного просто приятнее выглядит. Внешнее убранство, конечно, дело вкуса, но для меня полный привод решает. Это самое главное. И здесь вроде все хорошо, но это минивэн. И вот даже мы сейчас заезжали на песочек, не сильное какое-то там бездорожье, но тем не менее был немножечко страх, а если вот сейчас закопаемся, что делать? С Атласом такого не будет. Но надо понимать, что все-таки там нет даже опции расходовать приблизительно столько же. То есть сейчас вот расход за 1000 километров 7,1 литра, там, ну, это было бы 17. Ну, мы сейчас проехали, сейчас 9,5 расход на 100 километров. Ну, там ты, так все равно, там это было бы 25. Там единичку надо было нарисовать вначале, да. Но, опять-таки, если сравнить бензиновую версию этого автомобиля и бензиновую версию Атласа, то Атлас был бы предпочтительнее, потому что расходы плюс-минус у них похожи. И туда, газ можно поставить, но сложно. Как я понимаю, ты, естественно, менять ее ни на что не планируешь, нет. Мыслей никаких нет, ты надолго ее взял. Да, ну пока гарантия точно, гарантия 5 лет. Поэтому. Тем более сейчас взять новую машину в принципе сложно. Вообще уже нереально. Поэтому, друзья, если вы планировали и еще не сделали этого, то оставайтесь с тем, что есть. Если в начале года я говорил, велосипеды не продавайте свои, теперь я говорю, машины не продавайте, потому что реально сейчас становится сложно купить новую машину. Однако, вот действительно машина дилемма. Я люблю минивены, и этот мне даже нравится. Если раньше минивены были безликими, а до них еще универсалы были безликими, то сначала универсалы стали красивыми, теперь уже и минивены. Но он реально красивый, он привлекательный даже, я бы сказал. Но вот реально дилемма, даже среди Kia я бы взял Mahab. Потому что он стоит столько же, он тоже семиместный, и да, там третий ряд сидений не такой комфортный, как здесь. Но Саше он не особо-то и нужен. Ты понимаешь, это вот такая вот, да, сложная дилемма, я с тобой соглашусь. С одной стороны, мы фанатеем по каким-то редким тачкам, необычным тачкам, но мы понимаем, что вот это вот
относительно умирающий вид. Редко ты встретишь просто обычный бусик. Сейчас всем нужны именно кроссоверообразные автомобили. А что в этом плохого? Что в этом плохого? Ты понимаешь, из-за того, что все автомобили становятся кроссоверами, они все становятся одинаковыми. И они отличаются лишь шильдиком и, возможно, каким-то дополнительным экранчиком. Вот такого уже не делают, к сожалению. Вот именно вот такого красного, прекрасного, чуть-чуть без лака, но классного. Понимаешь, их уже не нужны. Мы с Витей вчера стояли и такой: Витя, какой тачкой ты мечтаешь? Мы такие стоим, ну блин, было бы прикольно вот тоже вот купе-кабриолет. Но мы такие уже деды просто. И прикольно, чтобы был купе-кабриолет на полном приводе. И мы понимаем, что все равно, как бы нам не нравились индивидуальные какие-то интересные тачки, полноприводные кроссоверы — это универсальный автомобиль на все случаи жизни. А как мы убедились, заехав просто на песочек, это не совсем универсальный автомобиль. Он универсальный для города, он универсальный для семьи, он универсальный для поездок. Но только по асфальту. Как только ты съезжаешь с него, тут уж пинай на себя. Сядешь ли ты или не сядешь? Просто прикол в том, можно сказать, я не съезжаю с трассы. Вот Саша говорит, я езжу только по трассам. Ты, кстати, очень круто сказал, надо запомнить, взять в обиход, пожиратель километров. Это классно, что ты едешь на этой машине, и ты не чувствуешь. Булочек. Это я. Километров это карнивал. Беременный. Это шестой месяц. Шесть булочек. Что у вас будет? Но прикол в том, что это можно сказать только сейчас уже с точки зрения комфорта. Но даже паркетники бывают уже достаточно комфортно, где ты не будешь уставать. А расход топлива, слушайте, ну, Махава плюс-минус такой же. Опять же, я не ездил, я служу по тем тест-драйвам. Внешне мне нравится чуть больше, универсальность чуть-чуть лучше. Но даже если взять из того, что можно из Европы заказать, слушай, ну я бы взял Атлас все-таки. Да, он менее экономичный, но по именно интерьеру он мне нравится больше. Но это, опять же, очень все субъективно. То, что этот класс умирает, это факт. Потому что, вспомните, у нас был когда-то C4 Grand Picasso, и его уже нет. Все, то есть сегодня вы можете купить себе бусик какой-то, а вот именно минивэн. И я не знаю, как я тогда и сказал, плохо это или хорошо. Ну, значит, наверное, не востребованный просто тип кузова, понимаешь? Они когда есть кроссоверы. Универсальные, но, понимаешь, интерес тачек пропадает. И ладно, эти электротачки, которые все одинаковые, но даже такие бензиновые или дизельные аналоги, блин, они тоже начинают помирать. Смотри, милота какая. Какая милота. Понимаешь, в чем прикол? Тут даже Kia немного задумались над тем, что типа кроссоверы все покупают. И тут как бы он высокий, а-ля. Многие делают акцент на то, что это практически, ну, внедорожник Sorento, да. И тут вроде и клиренс большой, и, понимаешь, многие даже паркетники кроссовера, они переднеприводные. И просто люди смотрят, о, высокий, значит, пойдет. То есть, с одной стороны, она может найти своего покупателя. Но люди, которые плюс-минус ведут активный образ жизни, немного понимают, в чем разница между обычным переднеприводным паркетником и полноприводной тачкой, все-таки будут выбирать именно полноприводную версию. Хорошо, Саш, спасибо большое за то, что ты приехал, выделил время. Я понимаю, что сейчас график в путешествии, а все равно человек заехал к нам, предложил за полгода еще, говорит, планирую поездку, давайте с ним. По сути, когда только покупал машину. Спасибо тебе большое, удачи тебе в путешествии. Спасибо. Надеюсь, у вас все будет круто, и вы получите море впечатлений, потому что я был в тех краях, куда вы едете сейчас, там офигенно, особенно сейчас. Спасибо. Все? Удачи вам. Спасибо. Пока.